Всем привет, сегодня буду записывать еще один бой. Но я сделаю не по заказам, а просто покажу своего рестлера. Ну, я его подредактировал, чутка Макси, все его вы знаете, конечно. Ну, я думаю, все знаете. В общем, ой, не то нажал. Менеджера ему не надо. В общем, выбираем его, ну и возьмем Рэнди Ортона, миллион доллар чемпиона, которую, насколько вы знаете из предыдущего видео, стырил, точнее не стырил, ну, скажем, выиграл пояс у Теда Дибиаси. В общем, выбираем Мортона. Так, как бы нам сделать матч за титул? Возьмем ему реферскую одежду и матч за титул поставим, конечно же, чемпионшип, миллион доллар. Выбираем и попробую отнять пояс у Рэнди Ортона. Вот вы уже видите изменения в Макси, то есть я ему прическу чуть-чуть изменил, вот, на руки, блядь, вот эти вот повязки, поменял перчатки там, ну, в общем, нажимаем play и посмотрим выход, ну, в выходе я вроде ничего не менял, сейчас посмотрим, я не помню. Заткнись. Ну, и я ему, кстати, еще прием, по-моему, менял некоторые. Ну там, не некоторые, так. Чуть-чуть кардинально изменил приемчики, которые мне нравились, я их оставил. У меня, кстати, по-моему. Так, у нас громко чуть-чуть. В Вашингтоне проходит у нас шоу. У меня же есть уже United States пояс. Блин. United States пояс у меня есть. И сейчас будет возможность выиграть еще один пояс. Вот так вот выглядит Макси. Больше на Эджа стал похож, ну и на меня, естественно. Точнее, я больше под себя его делал, но так уж получилось, что и на Эджа он стал похож. Ну как стал, я не знаю, судите сами, но я делал его под себя, на меня похож, и ладно. Просто старая прическа, которая была, это я очень давно еще создавал. У меня сейчас примерно то же самое на голове творится. Ну да ладно. Вот у нас выходит почти, ну, вышел уже, точнее. Я поставил ему выход Рока. Вот, видимо, Рок с титулом вот так вот празднует. Ну, выходит. Да заткнись там, а! Сука. Сука, улыбится, стоит еще. Издевается надо мной. Ну ладно, пропускаем. Не обращайте внимания, то, что я здесь кричу. Выходит Рэнди Ортон. Забавно, кстати, выглядит. Ему идет. Сейчас я приду, подожди. Так, я вернулся. В принципе, Ортон неплохо выглядит. Я не знаю, как вам, но мне кажется, ему идет реферская форма. Форма рефери, точнее сказать. Ну и пояс этот ему тоже, в принципе, идет. В джинсиках так. Хм. Ну ладно, пропускаем. И начинаем батл, так скажем. Вот, видим, за какой пояс у нас будет битва. Пояс миллионера. Титул. Вот. Сейчас будет жарко. Два рефери, с кем я буду драться? Ну ладно. Главное не спутать их. Ну я не спутаю, но было бы забавно. Ну ладно, начинаем гаситься. Сразу мне скуп слэм делают Рэнди Ортон, сейчас будет удержание. Ну, из такого легко вырваться. Здесь еще полоска толстенькая. Иди сюда. Ага, хер тебе. Получай, фейсбастер. Сразу так вот атакуем Рэнди Ортона. Заткнись, а. Подушим ему. Ну, типа сабмишина вот так. Бля, заебала. Монсолт. Блин, сверсировал Ортон. Куда ты пошел? Блин. Не получается. Во, отлично. Залезаем в турбаку. Не получается залезть-то. И elbow drop, но встал уже Ортон, поэтому не получилось. Бульдог сейчас будет.
как делал Рэй Мистерио. Мне нравится этот прием, я его сам делал, честно скажу. Ну, вы видели, может быть, наши приемы от Озерск Wrestling Entertainment. Ну, не знаю. Но если вы находитесь в группе, то вы должны были видеть или наслышаны хотя бы об этом. Блядь, подождите, я разберусь с КТ. Реально достал. Отлично, дело сделано, блин. Надеюсь, хоть на время я заткнул его. Ну ладно, продолжаем. Блин, он же вышел издевательски крадется ко мне. Блин, хитрец. Не сбивает меня постоянно, я из-за этого проигрываю. О, неплохо, но сразу стал тут, видимо, Рэнди Ортон. Такая вертуха. Сделаем ему сабмишн. Такой вот сабмишн. Типа армбара. Вырывается Рэнди Ортон из нашего захвата. Так, что сейчас будет? Отлично. Фейсбастер. Бах, фрог сплэш, но я не попал. Потому что Ортон уже встал. Вылетает Рэнди Ортон. Ух! Неплохо. Типа сальто такого я еще хочу. Прикольно, мне нравится. Ну, я и говорю, что я поменял мувсет чуть-чуть. Я уж сам не помню, что я ему ставил. Сакит, можно так вот сказать, Рэнди Ортону. Так, хотел его положить на стол комментаторский. О, возьмем титул. Ты че? На! Надо, чтобы... Надо его ударить, чтобы у него на лбу отпечатался доллар от титула. Чтобы он, блин, знал, с кем имеет дело. И, может быть, на память ему оставим след. Чтобы он помнил, каким он был чемпионом. Ну да ладно. Ой. Ох, а куда улетел наш пояс? Вы видели, как отпружинил он от Рэнди Ортона? Смотри, вы видели, да? Он сейчас справа появился внизу. На своем месте лег пояс. Видимо, он, не знаю, с магнитом, что ли, или как. В общем, прыгаем на Рэнди Ортона мунсолтом, разбили стол, отлично. Вот у нас есть сигнатурка, но я лучше заброшу Ортона на... Блин, не получилось. Хотел на ринг его забросить. Эй, чувак, убери там руки свои. Ох, загасил меня Ортон. Блин, и сигнатура пропала. О, поймает меня Рэнди. Сволочь, свалил. Ну ладно. Залезем на ринг. Бульдог сделаем. Бах. Сак. Ит. Рэнди Ортон. Ну я вот так попонтуюсь. Блин, встает Ортон. Сейчас он мне греет. Да, огревает мне. Так. Выкручиваем ему руку. Напнем еще вот так вот. И снова фейсбастер. Али. Оп. Фейсбастер, по-моему, называется он в этой игре. Вот, GTS. Сигнатурка. Бах, прям коленом по лбарю. Мы сделаем финишер, я его тоже менял. Поглядим. Так, нет, это не то, это старый. Бах. Ну, сейчас я тогда попробую еще накопить на финишер и провести его. Так, отлично. Фрог сплэш. Еще один сделаем. Ой. Рефу досталось. Ну, я говорю, я должен сегодня спутать был Рэнди Ортон с обычным рефери. Так, вот, отлично, и сигнатурка уже есть. Блин, Ортон лежал, и у меня была какая-то сигнатура с лежачим чуваком. Сейчас поглядим. Во, отлично. Нужно... Нет, зря я перевернул. Ну ладно, можно и так. Ага, это, видимо, вот захват какой-то вот такой вот. Ух, я думаю, это больно очень. Так, ну и какой же второй финишер? Ладно, ждем, когда встанет Ортон. И поглядим. Вот. Получает по затылку Рэнди Ортон еще вот так вот. Ну, все, я вспомнил. Ух. А, я еще не финишер. Переворачиваем и... Бах. Типа пол-драйвера такой получается. Блин, неплохо. Я его сам создавал в мувсете. Правда, камера мне не нравится. Камера при исполнении этого финишера не особо понятно, что делать. Но я думаю, может быть, вы поняли. Вот, Хурикан Рана DDT. Но мне нравится этот финишер. Так еще вначале издевательски бьет по затылку соперника.
Блин, нужно было перевернуть Ортона. Да, совершил я ошибку, но благо я встаю вроде. Да, встал. Нужно перевернуть Ортона как блинчик. И мунсолт. Отлично. Сделаем ему еще раз захватик этот. И сейчас делаю тот финишер. Вот, если вы не заметили, удар по затылку, вот сейчас попробую показать, смотрите, вот. Бах. Издевательски так бьет. Ну, мне нравится. Вот камера действительно не нравится. Вот тут непонятно, что это. Вот полдрайвер, в общем, вот так вот. Как Техас, точнее не Техас полдрайвер, а как Том Стоун, только с другой... Да блин, спутал я опять. Только с другой стороны голова, точнее не голова, а лицо соперника находится. А так все вроде то же самое, как и Том Стоун. Так, ладно. Бах. Пока реф валяется. Ну, не Рэнди Ортон реф, а настоящий реф, а он уже встал. Ну, отлично, тогда нужно закончить с Рэнди Ортоном. Что он мне хочет сделать? DDT? Да, DDT делает. Я выкатываю сразу. А, стулчик можно взять? Я не против. Отлично. А, ну я же титулом бил, значит и стулом можно. Ты чё лезешь сюда? На... Не вылетает, окей. А так. DDT. Сделаем его же DDT. DDT Рэнди Ортона. Блин, встает он, нагревает нас. Залезем на турбаку, сделаем Frog Splash. Кстати, по-моему, если нажимать стрелочку и прыгать, будет не Frog Splash, а что-то другое. Так, посмотрим. Да, будет Elbow Drop, который делает типа CM Punk. И берем стул, сделаем мунсолтик. Вот так вот. И у нас есть финишер, и сделаю я первый финишер. Не второй, а первый. Отлично. Раскручиваем и пауэрбомб. Ну и сразу делаем удержание. Я думаю, это победа. Раз, два, три. Отлично, я победил сегодня. Матч неплохой, я все показал, и финишеры, и нового Макси, и Рэнди Ортон в костюмчике. А, ну, кстати, у нас же еще и матч за титул был, разбитый стол, кстати. Матч же был за титул, поэтому сейчас должны показать меня с титулом. Отлично. Это мой первый честно выигранный пояс. Да нет, шучу, конечно. Я United States, по-моему, выиграл у Миза. Когда он был у Миза, там еще вот так вот радуется. Макси, я выиграл его, проходя WWE Universe. В общем, я сегодня победил. Такая радость, как будто... Как у Дэниела Брайана, мне осталось кричать так «Yes! Yes!», как кричит всегда Дэниел Брайан. Вот здесь я бы не сказал, что я похож на себя, какой-то очень гигантский рот и губастый какой-то чувак у меня, но волосы похожи. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр, всем пока, вступайте в группу. Ну, удачи.